Всем привет! Сегодня покажу нечто интересное. Вот, Welcome Palmont. Заходят игроки. Катархам в С-классе. 24-го уровень там. На Галарда. Тэпс 46 на БМВ в А-классе. И Фредди С-36 в Е-классе на Volkswagen Scirocco. Сломанный причем. Блин, тут мне мешают. Но это не важно. Самое интересное будет дальше. Пока что я вроде как первый еду. У меня Нисма в А-классе. 749 очков. Сервер World United. Вот там сзади кто-то едет за мной так нагло, усердно. Тут я врезаюсь. И тут меня обходит Scirocco просто, как стоячего делает. И вообще ускоряется. Просто нереально ускоряется. В Е-классе, напомню. Фредди С-36. Вот он едет. И в итоге он приезжает первый. Я второй. Опоздал я 2.89. Машина сломанная, то есть полный износ, скорость 351 км в час. Е-класс. Volkswagen Scirocco. Обогнал он и этот Катархам. Ну, Галарда, ладно. Тэпс на БМВ. Я на Нисма. 351. Как? Как он это сделал? Скрин в Discord я отправил там. То есть не знаю, пока тишина. Как-то так вот. Нереально, но так.